Приветствую вас, друзья, и это вторая серия проекта «Из колхоза в топчик». И наша задача минимум сегодня – это разобрать подкапотку, вытащить движок, дефектовать его. Но этим всем будем заниматься не здесь, понятное дело, а друзей в сервисе. Так что сейчас надо поставить кресло, завести гольфа, благо он худо-бедно ли, но еще передвигается. И можно сказать, это его последний километр в данном виде. В общем, занимаемся, друзья. Или нет? Так, вроде отлично все. Теперь включаем компрессор. Качает. Сейчас подкачает, и можно ехать. Видишь, как охуенно, когда мотор уже не планирует собираться в данном виде, можно резать на все. Тут отрезал, тут отпилил. Итак, мы вчера благополучно вытащили движок. На все про все нас заняло, наверное, часа 3. Это с перекурами, перекусами. Занимались этим всем в ночь. И этой же ночью мы подцепили гольфа на трос и перевезли домой. Теперь он дома. Теперь моя задача состоит в том, что надо все это многообразие доразобрать. Также разобрать салон, печку, усилитель, педальный узел. В общем, делов немало предстоит еще в разборе, но прежде хорошо бы это все отмыть, потому что ну тут просто задница. Вообще, по-хорошему, надо было это делать еще до того, как мы вытаскиваем движок, потому что я был просто весь в масле. Блин, это на самом деле не самая чистая работа. Вот, так что приступаем, друзья. Number one is the loneliest number that you'll ever do.
Да, только сейчас я начинаю понимать, какую задницу я все-таки влазю, так как хрен все-таки с этой проводкой, она ложится, подведется. Тут самое страшное — это стаканы. Так как шейвинг подразумевает под собой, чтобы прям было все прям как яичко, прям ровненько все. А тут творится полная задница. Ну ничего, глаза боятся, руки делают, поработаем молотком, сварочным, шпаклевочкой, я думаю, будет все нормально. Прям very nice. Так что работаем дальше, друзья. Кстати, есть определенно плюсы того, что машина не будет оставляться в исходном виде, потому как можно все поломать, где-то отрезать. Это очень сильно упрощает в плане разбора. Это упростило нам, когда вытаскивали движок, и вот сейчас, конечно, все намного легче идет, нежели аккуратненько каждую пластмасску отщелкивать. А это бах, очень тут все тяжело, вот все отщелкивается, клеим, и... В общем, вот так вот. АБС-систему тоже выкидываем, так как он и без того у меня не особо корректно работал, то работал, то нет, то почему-то срабатывал, когда, в принципе, и не нужно было. Итак, подкапотка, в принципе, разобрана, не считая всяких мелочей вроде вакуумника и косы, которая вытащится уже непосредственно, когда разберет салон. Ну а сейчас, я думаю, надо все еще раз хорошенько прям щеточкой отмыть. И вот эта самая грязная работа, в принципе, закончилась. Как вам такой клубок змей? Вытащили, в общем, косу из моторного отсека, вся она у нас в салоне. Да, немало проводов, но на самом деле ничего страшного. Коса у нас еще изрядно похудеет, так как у нас из системы вместе с АБСом берется эрбэг, и проводочков будет все меньше и меньше. Но этим всем займемся значительно позже, после того, как у нас будет готова подкапоточка. Ну а сейчас у нас, в принципе, финишная прямая. Осталось ободрать шумку с моторного щита, который я шумил в том году. И на самом деле немало потратил усилий, так как пришлось разбирать примерно то же самое. Поэтому во второй раз мне сейчас разбирать было значительно проще. А собирать-то вообще сказка будет. Ну ни хрена себе, два раза разбирать, блин, полностью салон. В общем, друзья, ладно, финишная прямая, приступаем. К концу вторая серия. Что же было сделано в течение этой серии? Ну, на мой взгляд, немало. Разобрали полностью моторный отсек, доразобрали салон, теперь моторный щит полностью свободен, и нам ничто в данный момент не мешает заниматься уже кузовной работой. Вот уже со следующей серии начнем активно работать болгарочкой и сварочным аппаратом. Так что, друзья, следите за проектом и подписывайтесь. Ну да, и кстати, как я говорил в предыдущей серии, я буду к концу каждой серии вести, сколько я потратил в течение этой серии. Ну, я ничего не потратил в этой серии, как говорится, ломать не строить. Но уже со следующей серии, я думаю, чуть по чуть, но пойдут финансовые вложения. Так что, друзья, до скорых встреч.